Продолжая коммунальную тему, жители многоквартирных домов ограничивают подачу тепла в свои квартиры. С 1 января этого года в состав общего имущества включается и внутридомовая система отопления. Это означает, что реконструкция системы возможна только с согласия всех собственников дома, и потребитель не вправе самовольно демонтировать или отключать обогревающие элементы. Отсоединение внутриквартирных инженерных сетей оборудования от внутридомовых является переустройством и требует внесения изменений в технический паспорт жилого помещения. Следовательно, если мы хотим переустроить инженерную систему внутриквартирную, необходимо согласование органов местного самоуправления. В других случаях ограничения вводят ресурсоснабжающие организации. За неуплату жителям обрезают трубы в квартирах. Такая деятельность незаконна. Если к вам пришли ограничивать, лучше немедленно вызвать полицию и зафиксировать этот факт. После этого можно добиться восстановления отопления через суд.